Рад приветствовать вас, друзья, опять у себя на канале. У нас, как всегда, очередная посылка с AliExpress. Значит, эту посылочку мы заказали из Китая с доставочкой, а она приехала из России. Итак, вскрываем и смотрим. Вскрываем осторожно, так как у нас здесь, друзья, налобные фонарики, и с этими вот ремешками мы, соответственно, можем все это дело повредить. Это в мусор. И у нас здесь в комплекте, друзья, два налобных фонаря. Вот так это выглядит с зумируемой линзой. Когда-то мы, по-моему, брали, здесь были отметки. А теперь они вот такого вида стали. Просто на пластике. Раньше были покрашены белой краской, насколько я помню. Значит, покупал фонарики товарищу. Покупал также такой же фонарик себе. В данный момент он лежит в гараже. Значит, сынишка хотел мне помочь и подзарядить, и воткнул. Здесь у нас есть подзарядное гнездо. Куда подходит зарядка от старого Nokia. Вот он эту зарядочку нашел, воткнул и спалил мне фонарик. То есть он работает, все отлично, только я им пользуюсь. Открываю крышку, ставлю аккумулятор, он горит. Достаю аккумулятор, он не горит. Кнопочка у нас не работает у меня уже. Сгорела, видимо, сгорел транзистор. Так, ну что ж, вот что собой представляет у нас бокс для аккумуляторов. Имеется у нас, соответственно, два места под аккумуляторы, которые соединены у нас, друзья, параллельно. Так, дальше у нас идет шлеечка. Шлейка у нас на одной регулировке. Вот я не помню, по-моему, старый фонарик был... Регулировки были с двух сторон, и здесь шлейка была, по-моему, то есть две шлейки здесь зацеплены, здесь у нас сделано, то есть она такая перетяжная, и регулировать мы можем, соответственно, только с одной стороны. Ну, я точно не помню, по-моему, у меня все-таки с двух сторон шлейки. Ну ладно, не будем обращать на это внимание, это небольшие такие разбежки, разницы. Ну и, соответственно, регулировочка у нас по голове сверху. Резинки шикарные. У меня этот фонарик, по-моему, больше года, может и два, мы покупали вот с товарищем, который заказал, опять же, эти-то фонарики. Он работает идеально. Если не учитывать, конечно, что сыниша спалил мне зарядное. Так, ну не зарядное, а саму схему фонаря. Значит, линза у нас, друзья, здесь Т6. Вернее, не линза, а светодиод. Т6. Есть там, в магазине есть выбор с разными, даже, по-моему, с цветными линзами есть. Опять линзами, да что ж ты будешь делать, светодиодами. Так, соответственно, кнопочка включения у нас такая. Жестковато, шумновато, но четкая. Так, ну и такой же у нас, давайте я все-таки его достану, второй фонарь. Покупал товарищ как-то 4 фонаря, тоже порядка... Может, год назад, может, чуть-чуть меньше. Так вот, видите, как упакованы эти фонарики. То есть, все переложено, линзы закрыты, сами фонари, пластики закрыты. А покупали мы 4 фонаря у другого продавца. Они просто пришли тупо насыпью в пакете. И из 4 фонарей, наверное, 2 или 1 был целый. То есть, в чем был фокус? У нас вот эти вот пластиковые петли, крепления, поотлетали. Так. Хорошо, второй фонарь мы не трогаем. Он точно такой же. Давайте попробуем, друзья, поставить аккумулятор и посмотреть, что собой представляет наш фонарик. Аккумулятор буду брать со своего такого же фонаря, вот такого вот фонаря. Кстати, купил этот фонарик, опять же, по наводке своего товарища, который купил эти фонарики. Фонарик налобный очень классный, тем более его можно в любой момент отсюда достать. Он выщелкивается вот так вот, и можно использовать так бы, как бы вручную. То есть мне он очень нравится. Я занимаюсь ремонтом автомобилей при помощи данного фонарика у себя в гараже. Итак, кому, кстати, интересно, ссылочку могу оставить и на этот фонарик. Очень классная вещь.
Так, значит, используем аккумулятор 18650, но, друзья, один есть фокус. У меня просто не оказалось заряженного аккумулятора. Аккумуляторы здесь нужны с этой вот пипкой, как в батарейке. Такие аккумуляторы очень плохо достают вот к этим контактам. Они упираются в пластик и слабо-слабо достают. Давайте мы фонарик тестанем на одной батарейке. Посмотрим, у нас повезет нам или нет. Не повезет, нам надо что-то химичить, подкладывать. Да, как я и думал. Значит, друзья, сейчас я что-нибудь подложу и, соответственно, мы продолжим. Значит, друзья, смотрите, что я подбросил. Подбросил вот такое вот колечко у меня было, нашлось. Вот, обращаю ваше внимание, что берите фонарики с пипочкой этой. И, соответственно, у нас фонарик загорается. Имеется у нас, давайте смотреть, сколько режимов. Вот режим SOS. То есть нажимаем, держим. Ну, нам режимы, в принципе, с вами не важны. Нам самое важное, чтобы фонарик хорошо светил. Так, фонарики у нас также есть, соответственно, габаритный огонь. Вот здесь сзади постоянно светится и повторяет все режимы, которые, соответственно, мы можем переключить, видите. То есть мигает основной свет, мигает и здесь. Если включим SOS, SOS будет у нас, соответственно, и сзади. Как-то так. То есть фонарик очень полезен для езды в ночное время на велосипеде, мопеде, там, не знаю, мотоцикле, кто можно, может быть, кто-нибудь на шлем натянет. Просто супер. Так, ну и осталась у нас функция, в принципе, посмотреть, это функция зумирования. Давайте мы на столе посмотрим. Вот у нас до конца, в принципе, вытянут. Вам не видно на камеру, мне же видно на столе просто квадратик. Мы выйдем вечером на улицу и там посмотрим. Так, ну и смотрите, как он рассыпается. Вот при большом зуме. Ух ты, зацепил телефон. Вот таким образом он у нас рассыпается. И таким образом он у нас ссыпается. Так, ладно, выйдем вечерком на улицу, тестанем и закончим данное видео. Ну, фонарики, в принципе, классные. Судя по тому, что мне уже товарищ, говорю, заказал их штук 10, наверное. Вот. Ждем вечера и посмотрим, как он светит. Итак, друзья, наступила у нас ночь. Значит, вот так этот фонарик смотрит, светит, вернее, на дальнее расстояние таким квадратом. Можно сфокусировать. Видите, будут видны даже эти полоски от диода. Так, как тут? Вот так. Наверное, лучший фокус. Полоски от диода. И вон далеко все можно нам осветить и посмотреть. Давайте посветим. У нас тут есть высокая труба. Не знаю, как мне направить только на нее. Не знаю, видно вам или не видно. Освещаю трубу. Вот забор и поехали по трубе. Труба далеко, высоко. Ну, как-то так. Ну и, соответственно, вот близко. Арочник стоит. Вон далеко тоже бочка, видите, как хорошо освещается. И, соответственно, давайте посмотрим вот сблизи, какой у нас радиус. Вот такой радиус сблизи. Ну, то есть, шикарный фонарик для работы. В принципе, не знаю, как и для работы, и для рыбалки, и для чего только хочешь. Отличный фонарик. Все, друзья, на этом будем прощаться. Спасибо, кто смотрел, кому понравилось. Люблю я так делать. Ставим пальцы кверху. Не забываем подписаться на канал. У меня все. Всем пока.